уже дома. У нас вечер, 20:00. У нас тут работа кипит. Сегодня ночью, сегодня 5 декабря. Ночью к нам придет Николаус. Традиция такая, что детишки намывают свою обувь. И ночью приходит к ним Николаус, ложит подарочки. Сынуль, ты занят? Уже намыл один. Вот умничка, давай намывай. Они же потом все равно будут глянуть. Ну, ты помоешь их, Николаус увидит, что ты мыл, что ты был брав, что ты мыл обувь и получишь подарок. Ты как-то быстро уже, сынок, да, намываешь? Сынуль, ну давай мой дальше. Все, работа у нас закончена. Целых 3 пары сынулька приготовил Николаусу. Мам, уже не дождется. Почему ты Николаус подарка мне несет? Что Николаус? Подарка несет. Ну, 3 хватит, еще в садике принесет. И теперь сынулька не дождется, когда мы пойдем в баюшки, чтобы завтра там встать и подарочки получать. Что, сынулечка спит, намыл свою обувь. К нам уже приходил Николаус. Радость завтра будет, к сожалению, у меня завтра утренняя смена. Ну, попросила папа поснимать сынульку на память. Ну что? Че? Что это? А? Что это? Снегоход, папа. Снегоход. Круто. И что, и все, что ли, Андрюш? А? И все. А другие Захар? Я видишь, и так ничего. Они должны быть здесь. Что ты ищешь? Подарки. Подарки? А это что? Подарки. Пошли сюда. Вот, это же все-то. Это все тебе же, или? Да. Ну, бери. Ну вот 3. Ну давай открывать эту. Ну давай. В садике Андрюш сегодня Николаус приходил, настоящий Дед Мороз, да? А что там внутри, ты смотрел? Яблоко. Яблочко? Как здорово. Этики. Ну что рассказывай, мы с садика идем. В садике идем. В садик что, кто приходил к нам? Дед Мороз. А я еще спрашиваю, дома приходил Дед Мороз, Андрюша? Андрюша сказал? Да! Ну не кричи. У нас очень тепло, плюс 9, наверное, где-то, да, Андрюш? 9. Ну что дома-то тебе принес Дед Мороз, расскажи. Носочек. Носочек дома, не в садике, дома, стой. В садике. В садике носочек, а дома что принес? Подарки. Подарки. Там приехали. А, зайка? Кто так шапку у нас красиво одевает? Да? Ух ты, модный. Андрюш, куда мы приехали? Говори, зайчик. Сейчас. Ну что сейчас? В Реве. Мы приехали в Реве забирать наш сапожок сынулька, да? Который разрисовывал. Сынок, нашел? Ну-ка, покажи, что там. Ой, вкусняшка. Там еще. Маленький мишунька шоколадный, да? Ой, здорово. Мы дома идем смотреть, к бабушке с дедушкой приходил Николаус или нет, да, зайка? Проверить. Я там в своей комнате полы хочу мыть. А что это? А что это, Ома? Я не знаю, что это. Да, наверное, Николаус уже всегда в обувь приносит, обувь, да? Да ты что? Проверяй скорее. Дедушка. Давай. Ничего себе.
папа. Да что? Ладно. Вот это красотень. Он у меня покушает. Нет, после обеда. Я в своих посмотрел. Давай еще что там, доставай. Посмотри, денежка, наверное, тоже тебе. Вот это да. Вот это да, куль. Ничего. Еще подарочки. Нету больше. Ну-ка, вытряси хорошенько у меня сапоги-то. Ну что ж. Вот это Николаус. Вытрясывай. Не поступил красиво он, да, Вика? Чем очень красиво подарочки принес. Супер. Вот это да. Класс. Все. Ну все, пойдем. Тоже четвертый подарок у нас. Вот супик. А ты расскажи, что тебе дома Николаус принес, покажи. Такой вот. Набор из Лего, да? Ой, папа вот тебе. Папа поснимал. Не знаешь, для чего это? Вот это. Нет, солнышко, расскажи, что это. Смотри, видишь? Это стрекоза, она замерзла. Да, можно поснимать? Пожалуйста, папа, да. Посмотрю. А вот этот... Точно, там стрекоза замерзшая сидит. Ага. Что а дальше? Вот этот пилит. А, он распиливает этот лед, замерзшую стрекозу, да? Да. Это ученые? Вот это синий лед вот такой. Это ученые, да, Андрюш? Да. Это целая экспедиция, а да? А потом вот этот подъезжает... Нашей другой бабушке, оказывается, тоже приходил Николаус, да, для Андрюши. Да. Что же он там маме принес? Ну-ка, покажи. Ой, какая крутая машина. Вот это да. Можно. Ну, конечно, открывай. Покажи, что еще Николаус тебе принес. Вот еще. Еще такая же денежка. У тебя две теперь таких красных. Покажи. Мишуток. Ну-ка, какие красивые. Покажи, Мишутки. Ой, какие красоточки. Вот это да. Супер. У нас сегодня настоящий Николаус, так уже вечер. Судулю уже ложила. Посмотрите, что привезла мама мужа нам. Плетины. Целую вот такую вот огромную дозу. Они с тетей вместе напекли, по-моему, она сказала, 13 сортов, что ли. Сейчас я открою, посмотрю. Запах волшебный, я вам передать не могу. Такая красотища, посмотрите, с грецкими орехами, с целыми шоколадные. Вот такие. Такие елочки. Тут, наверное, мармелад. В общем... Сортов очень-очень много. Посмотрите внизу, какие еще вот такие вот, как пралин с орешками. Такие малипуськи. Вот такие вот. С кокосами. Очень много сортов. Спасибо большое за вкусняшки. Скажи всем приветики. Привет. Мы приехали на Weihnachtsmarkt. We wish you